Короче, надоели мне донки. Вообще не клюет. Просто ни одной поклевки. Ну вот решил половить на удочку. Посмотрим, что будет. Ну, вроде у меня клюнуло разочек. Может быть, плотва все-таки поклюет. Чуть-чуть хотя бы. Тут поклевывает. Плотвичка. Ну, наконец-то. Ну, хоть что-то я ловлю. Если уж на донке не удается поймать. В этом ходу какой-то кошмар. Ничего не получается. Я не знаю, по какой причине. Ловится в этом году отвратительно просто. Ну, будем пробовать ловить плотву. Что я могу сказать? Там вроде клюет. На донке вообще бесполезно. Что это такое? Я вообще не могу понять. Они просто вот не хотят клевать и все. Червячок и траппер. Сейчас еще на траппер попробую. Что оно будет?